В Саратском районе разыскивают убийцу-педофила. В местном селе обнаружили тело ребенка со следами изнасилования. Девочке было всего 2 года. Константин Гак, далее. 4 дня все село Розовка и милиция искали 2-летнюю Алису Сухареву. Ее мать рассказала людям, девочка исчезла с собственного двора. Она говорит, одела ребенка, вынесла его на веранду. Вернулась за Тёмой. Вот прошло 5-10 минут, и ребенка не стало. Мы обошли все дома, мы обошли мусоросвалку, мы обошли поля, речки, ну все, железную дорогу. Тело девочки нашли в подвале заброшенного дома. Ребенок был завернут в пакет и частично раздет. На теле обнаружили признаки удушения и изнасилования. Найти этого гада и прямо повесить, наверное, надо, чего-нибудь работать. Погибшая жила с мамой и 3-летним братом. Отец живет отдельно, но в том же селе. В опекунском совете рассказывают, семья была неблагонадежной, но оснований забирать детей не было. Мамочка, ну как, вот расслаблялась. Иногда поступали звонки от соседей, мы вызывали совет опеки, собирались, шли туда, немножечко ее стимулировали, приводили в чувство. Женщина отправлялась, но единственное, что мы там видели, это беспорядок в доме. Забрать детей у нас оснований не было. Многие в селе уверены, в смерти Алисы виновата ее мать. В последнее время женщина якобы водила к себе любовников, причем было их с десяток. Кто-то из них может и быть убийцей, считают люди. Гульки, мама, там мама, там, ну, це. И ходила в основном молодежь туда, как рассказывают. Ну, точно так вот, шума, что они там, я что, да их хожу, закрою себе в хату и не хочу, и слышать, и не видеть не хочу. Правоохранители не исключают такой версии. Кроме того, опрашивают родителей девочки. Нередко именно родные бывают причастны к подобным преступлениям. Батьки допитані по кримінальному провадженню в якості потерпілих. На теперішній час з ними проводяться слідчі дії. Призначено та проводяться ряд експертиз в інтересах досудового розслідування. Я не можу більше ніяких подробиць з зазначеного приводу розголошувати. Жители Розовки шокированы трагедией и обеспокоены. Жалуются, убийца-извращенец на свободе, так что и их дети в опасности. Если так поймать, кто это сделал, не надо ничего, сразу голову отрубай ему-то и все. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.